Столбики термометров в регионе замерли в районе отметки плюс 30 градусов по Цельсию. Аномальная жара держится уже несколько дней и, по прогнозам, продлится как минимум до конца недели. Наш регион остается во власти обширного мощного антициклона. В ближайшие дни осадки маловероятны, но в выходные 26 и 27 июня возможны локальные кратковременные дожди. В дневные часы столбики термометра будут подниматься до плюс 31, плюс 36 градусов. Жара местами сильная. Ночи также будут очень теплыми. Выпущено штормовое предупреждение об установлении аномально жаркой погоды со среднесуточной температурой воздуха на 7-10 градусов выше климатической нормы на период с 22 по 26 июня. Норма среднесуточной температуры сейчас плюс 18 градусов. Пользователи соцсетей вспоминают 2010 год. Тогда жара и засуха продержались несколько месяцев. 33 дня подряд температура не опускалась ниже 30 градусов, а 16 дней подряд днем воздух прогревался до 35. Это привело к лесным и торфяным пожарам. В такую погоду стоит соблюдать меры предосторожности относительно окружающей среды и относительно собственного здоровья. Вследствие такой погоды ожидается высокий индекс ультрафиолетовой облученности. Следует помнить о рекомендациях медиков, помогающих уменьшить риски повреждения кожи, а также солнечных и тепловых ударов. Температура воды в реках и водоемах Рязанской области составляет 22 градуса. А в лесах нашей области из-за погодных условий возрастет пожарная опасность. Волна тепла, согласно исследованиям метеорологов, зародилась на севере Африки. Сначала она накрыла Запад и центр Европы. Например, в Чехии больше 100 метеостанций показывали превышение метеорологических рекордов. Влияние на наш регион в летний период оказывает также юго-восточная тяга жаркого воздуха со стороны Ирана и среднеазиатских пустынь. Но главная особенность этого года – продолжительность жары. У метеорологов есть понятие «волна тепла» или «волна жары». Это когда 5 и более дней температура превышает норму больше, чем на 5 градусов. Значения максимальной температуры воздуха будут близки к рекордным, но максимум достаточно высокий для города Рязани. С 22 по 26 июня это от 34 до 35,8 градусов. И все рекорды были зафиксированы в 1948 году. А 27 июня зафиксирован абсолютный максимум для всего месяца июня 36,7 градусов. Принадлежит этот рекорд 1954 году. Чем сменится затяжная жара? Можно предположить, что это сильные грозы, шквалы, порывистый ветер. Такое случается, когда регион оказывается на границе жаркого и более холодного воздуха. Но пока прогнозировать осадки рано. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».